Ну, як насправді виглядає зараз пропускна система між стороною українською, між Донецькою областю, яка контролюється українською армією, і так званою ДНР, будемо говорити, з Анастасією Канарьовою, вона перебуває в Донецьку. І, власне, Настя розкаже нам, Настя, ти включалась в четвер до нас, як тільки система була введена, чи зараз змінилося щось, чи порушуються правила, я маю на увазі, чи їздить все-таки громадський транспорт, пересікає цю лінію розмежування, чи все ж таки дотримуються? Такая. Сейчас пересечение линии разграничения стало немножко проще, чем это было в первый день новых правил 18 числа. Если тогда у некоторых людей этот процесс занимал до суток, то есть доходило до того, что люди просто ставили палатки на обочине и ждали следующего утра, чтобы проехать, то сейчас и через Волноваху, и через Артемовск люди в среднем проезжают за 2-3 часа. На личном транспорте. Что касается автобусов, несмотря на запрет, например, на Артемовском направлении есть некоторые маршрутные такси, которые каким-то образом все-таки им удается преодолеть этот блокпост, то есть они подъезжают на первый украинский блокпост, высаживают людей, люди пешком проходят эту линию вот через блокпост. А потом эта же маршрутка абсолютно без очереди проезжает также через блокпост и забирает этих людей с той стороны. Тобто, а чим ти, Настя, це пов'язуєш? Це теж якийсь один з способів корупції, що вони це можуть робити? Як ти думаєш, як їм це вдається? Ну, судя по всему, здесь может быть два варианта. Это либо какие-то личные договоренности с военными, которые непосредственно на этом блокпосту дежурят. Ну, наверняка водители, которые постоянно там ездят, они уже накопились за все это время. Либо это какие-то взятки финансовые, какие-то вложения. Билет сейчас стоит, чтобы доехать до блокпоста, допустим, от Артемовска до Отрадовки, это первый украинский блокпост, за ним идут еще два. Это стоит в среднем 40-50 гривен. Это стало дороже, чем это было ранее. Настя, а скажи, была информация от жителей, которые пересекали как раз через Отрадовку, о том, что можно проехать, если ты заплатишь, но цены за пересечение выросли раза в 3-4. У тебя есть какая-то информация? По поводу расценок, к сожалению, сказать ничего не могу, но судя по тому, что маршрутчики подняли цены на проезд, я думаю, да, скорее всего, цены, ну точнее, взятка, размер взятки, скорее всего, вырос. Яка вже є реакція місцевих, от тих, що живуть на окупованій території? Все-таки вони вирішили, що це плюс, тому що з'явились нібито електронні квитки, хоча теж я читала, що досі їздять з паперовими. Це ніби полегшило життя. Чи все ж таки є серйозні нарікання досі? Ну, смотрите, несмотря на то, что вроде бы как бы эти бумажные пропуска были отменены, это не совсем так, потому что военные на всех украинских блокпостах продолжают спрашивать о их наличии. Так что, в принципе, но при этом люди, даже которые их не имеют, ну, при мне, по крайней мере, их пропускали. То есть я видела, что людей, у которых не было бумажного пропуска, все-таки пропускали, ну, хотя спрашивали, почему его нет. Вот, я думаю, что просто система еще не вошла, ну, не работает так, как она должна работать на самом деле, и, ну, наверное, нужно какое-то время, чтобы были составлены эти базы, в которых будут фамилии людей указаны и так далее. Что касается людей местных, они, безусловно, недовольны, потому что в первую очередь недовольны отменой именно пассажирского транспорта, автобусов, маршруток, так как это, ну, усложняет именно процесс перехода. Потому что, ну, не каждый может там 500 метров, километр идти пешком. Потому что люди есть старые, люди есть с детьми, им становится плохо на жаре, и, в общем-то, это создает много дополнительных проблем. Вот. Ну и многие говорят, что мы приближаемся к тому периоду, ну, к тому состоянию вещей, которое сейчас в Крыму. Там, где, в принципе, тоже полностью отменено транспортное сообщение как таковое с Украиной. Настя, ну и мушу тебе спитати ще про сам Донецьк, наскільки там зараз люди мають інший вид якихось прав, так, це якихось вибір продуктів тих самих, тобто чи є в магазинах взагалі що купити, чи мають люди за що це купити зараз, ну і взагалі звідки продукцію завозять, чи це є української території, чи все-таки більшість вже продуктів з Росії везуть? Ну, собственно, вот эта вот блокада
по ввозу товаров и продуктов питания с территории Украины, она очень сильно отразилась на том, что сейчас мы видим на прилавках местных супермаркетов в Донецке, потому что большинство товара, наверное, где-то до 90%, это товар, который российских производителей, то есть он завозится непосредственно из России. Украинские продукты найти можно, но это в основном продукты долгого хранения, например, минеральная вода, там алкогольные некоторые напитки. И продаются они сейчас в среднем в 2-3 раза дороже, чем они продаются на территории, контролированной украинскими властями. Угу. То есть ну, гораздо проще сейчас здесь купить именно российские товары. Причем это все. Это и продукты питания, и средства личной гигиены, и бытовая химия. В принципе, когда ты попадаешь в супермаркет, ты фактически не находишь знакомых названий. Добре, дякуємо тобі, Настя.